и в тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя столица. Добрый день, дорогие зрители, с наступающим Новым годом! Сегодня, как я и обещала, решила показать вам, как делается кетчуп в домашних условиях. Вот ингредиенты я уже выложила на столе. Я все ваши замечания, которые сделали в прошлый раз, учла и заранее все насыпала, чтобы в последний момент рука не тряслась и не наливалась больше нормы. Поэтому все по норме. 2 литра густого томата, это Галя наша закрывала. Я вот ее открыла, буду заливать в первую очередь. Дальше, чеснока. Вот такая вот головка средняя. Я уже его почистила. Вот 1 головка чеснока. Здесь вот у меня их 6 зубчиков. Вот таких 6 зубчиков у меня. Перец черный, молотый. Вот, пожалуйста, 1/2 чайной ложки. Корица. 1 столовая ложка. Я ее не сверхом сделала, ровно 1 столовая ложка. Если вы любите больше, можно положить больше корицы. 1 столовая ложка соли с горкой. 1 столовая ложка горчицы, порошка с горкой. 9% уксуса, 2 столовые ложки. Вот, сахарный песок ровно 100 грамм. Написано, по рецепту написано 4 стручка, вот таких вот стручка перца острого. Но я возьму чили, уже молотого. Вот эти ингредиенты, которые я назвала, мы сейчас перемешаем, доведем до кипения и кетчуп готов. Давай, я показываю. Так, значит, вылили сюда 2 литра густого домашнего томата, который Галя сделала. Добавляем сахарного песку 100 грамм. Перемешиваем аккуратненько. Соли 1 столовую ложку. Сюда же горчички 1 столовая ложка. И теперь корицы. Корицы можно меньше, можно больше. Это на любителей, кто какую любит. Вот. Перца 1/2 чайной ложки. Так, и сейчас еще чили. Перца чили. Острого перца чили я кладу буквально 1/4 чайной ложки. Кто не любит острое, может вообще не класть острый перец. Сюда же спускаем 1 головку чеснока и уксуса 2 столовые ложки. Смотрите, уксус пахнет укропом, свеженький уксус. Так, раз. Опять ты наливаю. Больше. Опять я больше, ну немножко меньше сюда налью тогда. 2 столовые ложки. Вот. Ой, я чуть перелила. А покажи. В уксусе у нас укроп. Укропчик. Когда откроешь, прямо пахнет укропом. Баночка уксус у нас укропчик. Перемешиваем. Уксус хорошенечко. Размешаем. И ставим на огонь. До кипения. На сильный огонь до кипения, да? Да, на сильный огонь до кипения. Довела до кипения. Вон, видишь, булькает уже. Все, отключаю теперь. Постоит. И можно разливать по банкам. Можно на стол ставить. И надо чуть погуще, чтобы было немножко. Очень вкусный кетчуп готов. Я думаю, что если вы приготовите такой кетчуп для своих родных, и знакомых, и друзей, которые придут к вам в гости, они в следующий раз обязательно попросят вам, чтобы вы сделали такой же кетчуп. Лично наши дома только такой кетчуп и признают. Приятного аппетита! С наступающим вас Новым годом! Пока-пока!